Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Лига мастеров 3 звезды. Меньше не будет никогда, я думаю, уже. Так, ну что, сюрикены, крип, 50 дынка, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Вот это самое главное для нас. Так, ну что, здесь еще награды за Лигу мастеров мы с тобой забираем. Так, и у нас, по-моему, достаточно монет, чтобы приобрести в магазине. Хватает же, сейчас посмотрим. Так, монетки. 159 монет, поэтому берем с тобой 3 ДНК на нашего Шреддера. Слушай, 71 ДНК уже, так что, ребятушки, 29 ДНК собираем, и мы его прокачиваем. То есть повышаем по уровню. По жетонам пока, как видишь, все кисло. 355 штучек, нам еще, ух, собирать и собирать. 610 нужно. Так, ладно. Давай посмотрим. А, тут можно бесплатно пак открыть. А ну-ка. Ага, змейка вью. Понятно. И хотел я глянуть, что у нас на этой неделе. Короче, разыгрывается у нас железноголовый. Надеюсь, многим он пригодится. А по испытаниям у нас сцена насилия, городская война, тени на солнце. Эксперт, это уже открывается в пятницу. И также платиновая на хитрость. Ну что же, у нас сегодня буст. Поэтому, ребята, давайте-ка. Буквально минутку назад у нас обновилось все. Сейчас быстренько с тобой пройдем эти ежедневочки, да? Так, пройти серию испытаний. Быстренько сейчас прошуршим. Раз, два, три, четыре, пять. Буквально шеминтом пролетим. И быстренько с тобой на арену пойдем. Потому что, ну, арена уже нас заждалась, согласись. Так, ну что, черепашки оригиналы, сейчас будете получать от меня звездюльку, я вам скажу. Давай сразу вот так вот, наверное, с массовой атаки. Тыдыч. А, минус майки, отлично. И валунчиком наш Армагуша, естественно, должен их всех добить. Бамс, все. Так, ну что, серия испытаний быстренько мы с тобой пробежали. Теперь, что нам там нужно? Ну, соответственно, осколки, не осколки, точнее, а вот эти элементы, которые мы собираем с тобой, да, в поединках. Давай заберем награды. Так, пойдем. Сложные бои, легкие бои. В общем, все как обычно. Ищем, ищем, ищем нашего Донателло. Так, погнали. Нужно нам с тобой... Твою налево, тут комиксы. Ладно, попробуем найти 5 приманок для маузеров. Одна нашлась. Угу. Только лишь одна. Да ладно, серьезно что ли? Начинается вот это вот. Трындец, по-моему, ребят. Так, вторая с горем пополам. Отслеживающее устройство нам как бы не нужно, а оно нам выпадает. Да что ты, ну серьезно. Так, это третья. Да, что-то тяжело ищется на самом деле. Но она в золотой рамочке, поэтому, ребята, считается как бы редкая. Так, четвертая, и, по-моему, нам нужна последняя. Пятая, и все будет окей. Все. Это мы только с тобой нашли приманки. Тут еще комиксы нужны. Что? Я уже думал, что-то там не то. Комиксы, значит, вот здесь. Комикс, чувак, раз. Опять эта тыква лезет. Два. Опять тыква. Что, через раз будем, что ли? Понятно, короче, ребят, я уже выполнил задания, которые нужны, так что будем искать уже в следующий раз. Поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена для начала? 15 тысяч, хватит нам, чтобы поднять уровень Донателло. Навыки, хватает. 67 уровень. Отлично. Ну что, забираем здесь остатки. И все, ребят, можно смело бежать на арену. Поехали, в бой. Так, 11-11. Ну, с кого начнем? Давай вот с этих, в принципе, тут без разницы. Все равно все всхлопочат по первое число. А число, кстати, сегодня действительно первое. 1 ноября, друзья мои. У всех праздники. Причем длинные. Так, ну нам с тобой не до праздников, нам с тобой нужно воевать. У кого-то праздники, а у кого-то рабочие дни. Например, у меня нет праздников, ребят, потому что сменный график работы. Пумс. Все, эти ребятушки отдыхают, и мы с тобой продвигаемся дальше. Давай, давай, быстрее. Ну быстрее давай, прогружайся, елки-палки. У меня времени в обрез, мне скоро на работу собираться надо.
Так, ну что, воин, две звезды сразу перелетели. Погнали дальше. Нет уж, давай ко мне 11-12, чё это ты? Вот, совсем другое дело. А то дает мне. Как будто я не знаю, что мне буст идет в руку сегодня. Так, ну что, друзья мои, 54 уровень против 12 левела, да, получается? Несправедливо. А, какой 12-й, 20-й, 19-й? 12-й захотел, ага. Держи карманчик шире. Так, ну что, они тут все сплясали, потанцевали, но мы с тобой двигаемся дальше. Давай, прогрузочка. Шуршим. Так, воин, 3 звезды, место у нас 70-е. Так, 11, во, 12-13. Уровень, как ты видишь, уже 25-й. Слушай, усиленно идет этот буст, усиленное продвижение. Уже 25-й, это на третьем-то поединке. Ха. Ладно, не будем грустить. Влупляем. Давай, маузеры, массовая атака. Изи. Всех поджарили. Ну что же, шуршим быстренько. Наверное, надеюсь, ребята, эту серию я успею выложить сегодня, именно в понедельник, потому что если не успею, то уже выйдет только во вторник. Так, ну что, в элиту мы с тобой забегаем. 63 место. Нет, давай-ка мне что-нибудь такое, 13-14 или... Вот, 12-14, есть такое дело. Смотри, уже почти 30 уровень противников. Как-то уж больно быстро они идут. Ну и мы как бы быстро с тобой ускоряемся. Уже 4 персонажа. То есть скоро будет максималка 5. Ну и там уже будет по полной программе все идти. Давай с дроном начнем. А Лео-то выжил и Майки выжил. Ну-ка. Давай. Тыч, минус Майки. Надеюсь, минус Лео. Да. Прекрасный итог, прекрасный результат. Идеальная победа, ну сам видишь все. Так, двигаемся тогда далее. Смотрим, да, элита. Две звездочки. 79-я позиция. 13-15. Все, они уже перепрыгнули барьер в 30 уровень. Как видишь, 32 уже пошел. Раз, два, три, четыре, пять. Ну а у нас с тобой максимальная команда. То есть 5 персонажей будет участвовать. Ну что я тут вижу? Ага. Ну давай вот так начнем, наверное. Воу, Хан выжил. Так, подожди секундочку. Давай, наверное, так все-таки сделаем. Теперь нам желательно бы Лео как-то подбить. Угу. А если мы холодильник бросим? А если дрон вызовем? Отлично. Ну ты смотри, мы уже с тобой не так легко разбираем противников. То есть приходится даже по 2, по 3 удара нанести, чтобы их сбить с ног. Опасно. Ну что, элита 3 звезды. Готовимся к самураям. Ровно 100 ступенек пролетели. Потому что 79-ю позицию мы с тобой сохранили. Так, 13-15, может, дадут все-таки нам здесь 14-16, или сколько там, 13-16? Во, 13-16 есть. Так что, давай, 36-37 ранг. Опачки. Нам бы желательно здесь, знаешь, что сделать? Массовых набрать атак. Вот так, наверное, мы сделаем. Ну, чтобы как можно быстрее их разобрать, во-первых. Ну и, во-вторых, чтобы самим не сфейлиться. Давай, Рафаэль. Пау. Так, минус двоечка. И я думаю, что сейчас все остальные слягут. Отлично. Леонардо и Рафаэль. Достаточно было этих персонажей, чтобы с ними покончить. Но ты не забывай, что и уровень у них пока маленький. А мы с тобой переходим, да, в самураях. Все, друзья мои. А уже от самураев начинается немножко приторможенный у нас буст. Как бы замедленный. Здесь придется по 2, 3, может быть даже 4 боя делать, чтобы хоть как-то немножко продвинуться. И уровень, смотри, они уже нас практически догнали. Возьму на всякий случай Лапекс, но не уверен, что она здесь нам поможет. Нам придется, скорее всего, брать со слабой командой какого-нибудь топчика. Начнем там со Змейка Вьюна, наверное. Ну, а пока будем, естественно, прожимать массовыми атаками, которых у нас не так уж много здесь. Жух! И никто не упал, самое главное.
Так, ну что, посмотрим. В принципе, надо убрать Хана. Это раз. Теперь не помешало бы убрать нам Криса. Отлично. Плюс Роквелла. На тебе. Дальше Бибопчика. Упс. Так, а это от усиления. Понятно, он защиту ставит. Ну-ка. Да ладно. А если так? Да ты посмотри, а. Вот оно. Защита Донателлы. Фиг пробьешь. Ты посмотри, а. Очень сильное усиление. Да. Сильное усиление это раз, а во-вторых, мы еще с тобой очень слабенькие. У нас как бы и уровень не прокачан, но а тут еще самое главное не только уровень, а еще и скилл. Так, у нас с тобой 10-я позиция. Давай смотреть, 14-17. Вряд ли мы, наверное, с тобой получим там что-то 14-18. Такого не будет, да? Нам главное, чтобы не сбили... Ой. Прикинь, сейчас не дадут мне больше 14-17. Нет, дадут. Ладно, поехали. Так, 40-е уровни. Ну, как видишь, тут бронза у нас. Раз, два, три, четыре. Ну, тут обязательно нужно взять... Так, так, так. Вот, паукуса я возьму. Пускан свою паутинку там распыляет. Ушатать, наверное, он не ушатает с одного удара. Но, по крайней мере, нам останется всего лишь добить. Тут боксер Стокман еще. Со своей массовой атакой. Давай вот это вот сделаем. Ха-ха-ха. Вызывает балбисов. Так, уничтожаем. Ага, Рокстеди и добиваем Майки. Все, ребята, здесь отлично получилось. Ну что, двигаемся дальше. Но опять же тебе скажу, что нужно будет их прикрывать обязательно. Своими силами мы уже вряд ли справимся. Но я имею в виду силами слабых персонажей. И самурай 2 звезды, 52 позиция. Прикольно. Так, давайте-ка мне уже 14-18 или 15-18. Как там у вас идет расчет, я не знаю. Во, 14-18. Какой там у них? 43-44. Разница в 10 уровней. Это минимальная, ребята, разница получается. Поэтому, ну, берем уже 70-ников, а фиг ли делать. Пускай Шархан. Он, кстати, не такой уж и сильный в плане своего этого выстрела. Да, он понижает броню. Но чтобы всех уложить с одного удара, вряд ли у него получится. Вот я тебе об этом говорил. Погнали. Минус Эйприл. Минус Крис. Вряд ли ты ушатаешь его. Хотя получилось, смотри-ка, молодец, красавчик. И Гидрант. Минус оба. Да. Замечательно. Ну что, побежали тогда дальше. Пока, как говорится, на кураже надо действовать, да? Так, спешим. Да, самурай 3 звезды. Шикарно. 90-я позиция. Так, 14-18. Дали бы мне 15-19. Было бы прикольно. Но они жмутся. Не хотят. Не хотят, прикинь. Опа. А, нет, это 14-17. Зачем 14-17 мне? Ладно, друзья, не хотят они давать. Давай тогда мы своими силами, своими темпами, как говорится, ускоряться будем. Так, 42 уровень. Придется опять же брать. Ну, давай возьмем Змейка Вьюна. Почему Змейка Вьюна? Ребята, у него понижение атаки идет. Массовая, как говорится, способность на понижение. Ну, можно и просто бомбануть массовой атакой. У него их две штуки. Так, давай-ка мы так сделаем, наверное. Опа. И... давай вот так вот. Тыч. Вот, видишь, понижение атаки. Тинс и добивка. Прикольно. Прикольно получилось. Ну, тогда бежим далее. Сейчас мы сможем перейти, интересно? Нет. Да и глупо было думать. Ничего себе, 100 ступенек сразу пролететь захотел. Как бы не так. Слушай, давай уже 14-19. Мы уже две игры сыграли на 14-18. Хорош. 15-19, вот оно, счастье наше. Так, ну что, они уже полтинники. Ребят, 5 уровней разница, это вообще, это нельзя, ребят, такого допускать. Поэтому беру Усаги. Это уже 100% победа будет. Нельзя рисковать.
Иначе, если мы их не добьем, нас тут раскатают, как тесто. Поэтому Усаги придется немножко здесь повоевать. Отлично, молодец, красавчик, я в тебе не сомневался. Ну что же, побежали тогда далее. Побежали далее, там у нас кто еще? Армагон. Ваньку можно, в принципе, взять на отыгрыш. Так, ну что, поздравляю нас с сёгунами. Поехали, 15-19. Ну, вряд ли они дадут мне сейчас 15-20. А очень хотелось бы, если честно. Не дают. Давай я возьму Леонардо. Один Лео будет, и остальные малыши тут у нас. Где они? Раз, два, три, четыре. Поехали. 59 монет у нас с тобой осталось, да? Хочется, конечно, еще соточку заработать, чтобы еще купить 3 ДНК на нашего Шреддера. Он скосит всех, конечно же, ребят. У него этот скилл именно на крученый удар прокачан по фулке, то есть до 7 ступени. Поэтому все отлично. Ну что, мы с тобой падаем на 29-ю позицию. То есть через поединок мы с тобой возьмем уже Сёгун 2 звезды. Выудил. Так, подожди, а кого мы возьмем с тобой? Наверное, я возьму Армагона. Да, возьмем Армагушу. И вот этих вот ребят. Ну, Армагон, естественно, 56-й, 57-й уровень. Он просто рвет этим валуном всех. Тут даже сомневаться не стоит. Давай. Бам. Все, без шансов просто-напросто. Это, возможно, несправедливо, ребята, но у нас понедельник всегда считается бустом. Как бы это уже вошло у нас в традицию. Это еще с тех пор, когда мы с тобой рекорды ставили, помнишь? А ты вспомни, как мы вообще в первый раз прошли полностью это все. Сколько радости было, когда мы первое место заняли в топе. Как я долго к этому шел. Так, ну что, не хотят они мне давать, да? 15-21 или 16-21. Ни в какую. Ладно. Ладно, ладно, я запомнил. Берем Бакстера. Блин, а бойцов-то у нас вообще маленько осталось, ребята. Чуть-чуть, капелька. Ну, у Бакстера, когда мы его прокачали до 100 уровня, у него инициатива поднялась. Не так сказать, что топово, но повысил он себе скилл. Давай вот так вот сделаем. Тыч. Упс. На-ка. Ну что, звезданули и проходим с тобой дальше. Уже практически финал. Мы возьмем с тобой, да, Лигу Сёгунов 3 звезды, наверное, сегодня. Скорее всего, возьмем. Опа, 16-21, великолепно. Берем Супер Шреддера. Слушай, у нас еще бойцов-то тут прилично осталось. Мне даже не страшно будет взять откат, если честно. Хотя, возможно, тут и без отката обойдемся. Ну-ка, давай, Шреддер. Клинки свои. Карай. Добивает. Добивает этих двух супостатов, и мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, сейчас как раз вот будет показательно у нас. Ну-ка, ну что, Лига Сёгунов 3 звездочки мы с тобой взяли. 16-21. А можно получить, например, 16-22? Наверное, не дадут, скорее всего. Да, скорее всего, не дадут. Ну, я пару разиков, как говорится, ролю. Что, ну вдруг все-таки выпадет шанс. Нету. Нету такого шанса. Поэтому берем Рафа, берем Майки, берем Ванюху, берем Донни и возьмем Зека. Пойдем вот этой командой без всяких там Шреддеров, Усаги, без всяких Армагонов, чисто своими силами. Вот такими. Средний класс выступает, короче. На всякий случай поставим уклонение. Мало ли что-то пойдет не так. Бросаем с тобой бомбочку. Замедляха отлично сработала. Рафаэля ставим сразу же в провокацию. Давай, Ванюха. Бумс. Из России с любовью. Все, ребята. Он поцеловал их своей гранатой. Ну что, мы двигаемся с тобой далее. Смотрим, какое место. Я думаю, где-то 45-е будет, наверное.
44-е, окей. 44-е, ну хорош, давай 16-22. Во. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Но дело-то в том, что у нас два бойца осталось. Надо будет их, ребята, отыграть. Ну что, поехали. Рокзара я не буду ставить в провокацию. Незачем этого делать. Смотри, 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 у них инициатива-то, а? Чего он там иммунку повесил? А я тогда сделаю баф. Поехали. Рубить. Минус бибоп. Так, теперь ракеты. Запах. Не понравился им запах от Джастина. Ну, естественно, он там такую вонь, наверное, создал, что мама не горюй. Ну что, у нас последний с тобой поединок. Последний. Ребята, Лига Мастеров, одна звезда. Давно такого не было на бусте. Без откатов. Вообще, ребят, давно не было. Поэтому это, как бы, можно сказать, наш сегодня мини-рекордик, который давно-давно был произведен мной. Так, ну что, давай мне это, усиленный это. Ну что такое-то? Не хотит, не хотит, понимаешь? Вот жулики, ну ладно, хорошо, все, давай. Придется вот здесь вот уже, придется, ребята, потратиться. Потому что, ну, если мы хотим отыграть наших вот этих вот двух бойцов. Все, но то, что вот мы с тобой в Лигу Мастеров на бусте в понедельник, это, конечно, дорогого стоит. Ну что, Усаги, давай, посмотрим, как ты тут справишься сразу же или нет. Он даже постепенно урон не повесил, прикинь. Ни на кого. Есть. Ну что вот это за подвисание? Мне вот, как только начинает игра замирать, мне сразу же, ребята, уже по, знаешь, по этой, как сказать, уже вырубился рефлекс, что сейчас игра вылетит. Как какие-то затормаживания или подглюкивания происходят. Ну что, мы с тобой переходим на 59 место. Считай, почти половину Лигу Мастеров. Тут еще немножко и было бы две звезды. Ха, круто. Так, ну что, ребята, буст я, как я считаю, прошел, ну, просто на ура. Отличный он был. Так, что у нас тогда здесь еще в бой? Давай посмотрим. По испытаниям. Сцена насилия. Стоит ли тут вообще заморачиваться? На сценах насилия вообще не стоит, ребята. Это мы пропускаем. Городская война, тени на солнце. Что у нас тут? Вот. Вот тут поиграть стоит, ребят. Здесь, во-первых, Кунэйчи, во-вторых, Шинигами. Так что вот этим мы с тобой займемся. Плотненько. Так, что у нас там дальше? Так, в боевке я хотел посмотреть переключение смятения. Сколько нам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай-ка мы сейчас с тобой допройдем смятение из другого измерения. Я думаю, никто не будет против. Тем более тут осталось, ну, 7 боев. Это для нас раз, два и прошел. А уже в следующей серии мы, естественно, начнем с тобой проходить события. Так, хорошо. Давай-ка мы добьем этот грибочек. Опля. Укус. Так, ну, через постепенный урон, я думаю, это тля отдуплится. Готово, переходим дальше. Массовая атака есть? Нету, к сожалению, пока. Вообще нет массовых атак, все на откате, прикинь. Вот только такая есть. Ну-ка. Готов. Ты смотри-ка, она постепенку еще умудрилась повесить. Ого. На тебе. А что это у Крипа за отхил сейчас был, я не понял. С какого перепуга? У него пассивка такая, что ли, идет на отхил. Интересно, ты видел, когда он стоял? Перед тем, как ударить, у него восстановилось немножечко здоровья. Скорее всего, это какая-то пассивочка есть у Крипа. Так, ну что, мы прошли с тобой одну из битв. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, что у нас тут? Ну, погнали. Острозуб, да? Так, мы его ушатали. Пиу, готово.
ты, Акрофель, ну мог бы добить бы этого хламончика-то, чего уж там. Ага, мутагеноид плюс... Давай так вот сделаем масуху. Упс. Опять, друзья мои, вешать, ну не на тех, кого надо. Давай вот сюда вот бомбанем. Так, готов? Готов, хлопчик. Ну что, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Кто-то в комментариях писал: Рэй, откуда ты? И там такие-то, Украина, Белоруссия. Нет, ребята, из России. Так, давай-ка вот сюда, наверное, пойдем. 80-е, 80-е. Как вижу 80-й уровень, сразу, ребята, вспоминаю 80-е годы. Да, было классно. Тыч. Так, нормуль, пиццелицей упал Харри вниз. А мы с тобой проходим сюда. Так, ну надо, наверное, нам мушку с тобой уничтожить, я так думаю. Ха! Серьезно, Бакстер, ты че? Ты не смог убить муху навозную? Интересно. Ты дичь. Учись у Армагона, ё-моё. Ему вообще по барабану, кого бомбить. Ну что же, еще одна очередная у нас победа. Так, собираем. Ну вот, последние три поединка у нас тут остается. Так что сейчас мы быстренько с тобой дойдем до Кренга. Да ладно, нифига у них. Ого. Смотри, двойную атаку лепят. Лепило несчастный. Давай-ка, наверное, так сделаем. Минус один сразу же. Что, захворали, да, ребятушки? Я понял вас. На тебе. Так, крысиный король. Крип. Ну и, соответственно, карайка еще, конечно же. Куда же без нее-то? Вот зачем я нажал на это, а? Скажи. Тут достаточно было обычной атаки. Ай, Армагоша. Ну. Крип. Блин, ну если посмотреть вот так вот на крипа, да, не такой уж он и ватный. На 80-м-то уровне. А если он будет сотым, наверное, будет довольно крепким. Потому что сейчас, в данный момент, он у меня вообще ватник. Его разбирает с полтыка. Там и уровень, конечно, маленький. Так, ненавижу грибы. Вот они, грибы. Грибы-люди. Противные. Так, молодец, Рафаэль. Блин. Да чтоб тебе. Так, Бакстер отдыхает. Отдыхает еще и гриб. Ну, мог бы пробить-то, ё-моё. Но фига он... Ты видел, как он хиляет себя? На 3000 с лишним. Вот бы мне таких хилов. Это на 80 уровне. Мне таких хилов вообще никогда не дают. Бэмс. Ну, он, короче, не жилец, я тебе сразу говорю. Потому что на нем висит постепенка. Вот так сделаем с тобой. Тыч, чтобы не париться. Все. 3000 с лишним. Блин, обалдеть. Хильнулся он. Хотя, почему им не дают? Я же не знаю, сколько у нас хпшек. Может быть, у нас 15 тысяч, поэтому 3 тысячи для нас это вообще ни о чем, да? Ну да, что-то я не подумавши ляпал. Ну что, Рокстеди? Давай вот так вот, наверное, тебе сделаем. Клинки в грудь. Это тут еще со своим бластером. На тебе. Слушай, а почему у меня в этой команде Бакстер стоит? Я что-то сейчас... я только сейчас обратил внимание, с какого перепуга у меня здесь находится Бакстер с топом, когда должен находиться Усаги. Насколько я помню, у нас всегда Усаги был. Так, мы, наверное, Рафаэля убирать должны с тобой. Вот что я тебе скажу. Рафаэль вообще тут как бы, ну, конечно, хорош, но у него нет массовых атак. У всех есть, а у него нету. Поэтому он получается в нашей команде лишний. Но тут уже последний поединок, ребят, так что... Ага, он потому что первым, понял я все.
Вот так у нас все это было. Да-да, Крэнк, я по твою душеньку пришел. Извиняй, но придется тебя сейчас наказать. Тик. Да ну нафиг. Что это за атаки? Что это сейчас были за атаки такие? Так, они повесили на себя постепенное отхиливание, но это не поможет. Так, пробивай. Отлично. Ну, давай, Крэнк, выходи, не жмись там. Нам нужно тебя бомбануть, да забрать уже все эти награды эти. Давай, поворачивайся. Такая фигнюлька это висит. Угу, вышел с таким выпендрежем. Да, раньше, конечно, он был для нас очень, ребята, мощным врагом, противником. Сейчас же это просто, ну, кусок мяса для битья, я бы так, наверное, назвал. Давай так вот. Ну все, ему крышка. Это последний завершающий удар для него. Все. Да уйди ты уже тут. Вылазит он. Ну что, время собирать награды. Там у нас выпадет пак, плюс еще сундуки с тобой вскрываем. Давай. Побыренько все это сделаем. Собрать. Ну, ДНК из другого измерения, это понятно. Собрать и сбросить. Поехали. Так, микроскоп, хан, бинокль. Так, очки. Тут еще мутаген идет к нам. Вот прикольно. Деньги идут. Ну. Так, 2780 мутагена. Откат 5 долларов. Уже 4130. Так, отлично. А, ну смотри, вот. В общей сложности 12 тысяч. Ну, 12500 мутагена плюс 16 бакинских. 14 телепортов и 55 пиццы. То есть сейчас для меня вот это вот основное идет. Потому что все ДНК на персонажей, которые там выпадают, у нас есть. Ну вот, друзья мои, на этом, пожалуй, можно поставить и точку, да? Да, я думаю, можно. Единственное... Подожди, а почему у нас так мало сыра? 42 из 72. Я же вроде бы как бы не участвовал нигде. Ладно. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак. Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.